И всем привет, ребята! Сегодня я буду летать на самолете. И сегодня я вам покажу, что будет на самолете. И мы будем летать. Ай, блин! Ай, нога! Ребят, вы спросите, что случилось? Ну, я сейчас покажу. Однако. Авиакатастрофа тут. Упал самолет. Я успел прыгнуть. Ай, блин, нога болит. Ай, блин. Я успел прыгнуть. Ну и как я буду пойти домой? Блин. Посмотрите, что случилось. Горло тоже стало болеть. Ай, блин. На два части. Блин, что делать тут? Что делать мне? Тут жизнь, да, просто. Не знаю. Что, ребят, посмотрите, даже сгорели тут. И стали вот таким вот. Посмотрите, как это стало. Посмотрите, как. Ну, блин, очень много болит. Что я делать, не знаю. Ой, блин, нога. Ребят, а никто... Они тут живые люди, да? Они тут... Зомби! Зомби! Они что, зомби? Ну да, на телевизор, да, вышел такой... Ай, на новости сказали, реально, да, на новости сказали, что вышел какой-то вирус. Ну, они стали зомби вот такие, выживающие, по-моему, это крипер. Я это слышал из телевизора. Ну там что я вижу? Блин, ребят, посмотрите, что случилось. Ай, блин, мне нужно поднимать наверх, Мне нужно пройти эту катастрофу, которую меня взяли. Я начинал голодать, ребят. Нету ничего. Даже дерево. Да, есть там. Но я не могу вот здесь отпускать. Забираю вот здесь все что-то полезного. Пойду там выживать. Или прихожу тут. Ай, блин, даже голод начался. Сейчас я умру от голода. Бараны, что-то есть тут? Кстати, там же есть какое-то место, еда, вода, какие. Я сейчас я покажу. Тут того я уже пришел. Так, я содержалась тут, ребят, я не знаю, но тут же был, здесь там где-то раздавился сундук какой-то, вот сундук для экстремалов, вот, полностью сундук тоже забил. Да. Чё, все где пропали? Вот там крас. Не трогай, не трогай! Не трогайте меня! Что от меня надо? Ребят, пойди мне, мне нужно строить дом и сделать дом. Строить, там я вижу место для строения. Вот здесь я могу строить себе домик маленький.
и уютненький. Или большой. Я не знаю, как я добираюсь. Ой, блин, более жестко. Опа, 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 опа. Вот, ребята, пошли наверху. И я делаю домик вот здесь. Вот здесь, вот это. Вот здесь будет мой домик. Тот я закрываю. У меня есть 13 часть. И, по-моему, хватит, а у меня не хватит. Но мне нужно все скрывать. Ну, опа. А дальше не хватало. Я сделаю вот здесь. Хорошо. Опа. Ломаю вот здесь. Я буду его не мешать. Как я буду спить? Тихо, тихо. Тихо, подойдем. Не идите сюда. Не идите сюда. Не идите сюда. Ничего нету тут. Тут. Я как упал, блин, зомби дурацкий, дурак. Черт возьми, какой появились. Да, на телевизорах показано, что вы же какой-то вирус. Ну такой я врываюсь вирус первый раз в мире. Ну, я не доверял. Блин. Мелкий. Ай, блин. Ай, блин. Чё я? Чё? Я не понимаю, что происходит. Просто поднимаю наверху и буду... Ой, я видел. О! Я всё добывал. Тут кик какой-то. Я не знаю, ребят. Помогите. У меня нога болит. Очень. Ай, блин. Чего болеть начал? Еще болеть начал нога. Какой-то масс. Что-то железный блок. Сейчас я буду искать железо. Вот 27 штук хватит, да, чтобы сделать себе один. Нужно же... Почему я не знал? Нужно же верстак, чтобы скрафтить. А, верстак. Не понимаю, потом поставлю там верстак. А то вот здесь жить как-то неудобно, да, ребят? Там появились мобы. А там тоже появились, но тут страшно, как-то холодно тут. Я на улице не могу спать. Мухи тут много, очень. Так. Вот я там. Вот я пришел на свой дом. Наконец-то. И вот у меня 27 штук. Я буду вот здесь закрывать. Вот так, чтобы они не пришли. Вот так возьму зомби. Вот так вот закрываю, а потом... Вот здесь закрываю, а тут развивался или не послал. Но не знаю, где что случилось. И вот я, ребят, наверху. Вот я, ребят, наверху сейчас. Что тут происходит? Хочу узнать, что тут происходит. У меня есть элитры. А тут я поставлю свой верстак. По-моему, вот здесь поставлю. Чтобы не забрал. Место. Вот здесь. А потом я сделаю себе, скрафчу себе броня железная. Потом сделаю себе вот так. Ножницы. Мне осталось один железо. Вот железный меч тоже есть. У меня есть где тут ножницы. Это могу... Забрать себе черти. Они не могут забраться.
потихоньку нахожу. И все. Полная тишина. Просто. Никто не мешает. Буду просто забирать тут шерсть. Мне очень нужно. Это, по-моему, развалился. И похож на шерсть. А тут же был авария. И все сгорелось. Осталось вот такие вот блоки. Они, по-моему, не сделали подешевле. Это... Не знаю, что делать. Просто потихоньку. Просто бегаю. Почему он копал? Давайте ножницы. Блин. Посмотрите, какой. Мне надо... Взрывайся, что-то будет. Крипер называется. Взрывайся! Крышка. Бегу. Просто уже. Блин! Не трогайте! Я мир. Планета пришел. Я инопланетян. Я инопланетян, планета пришел. Из города. Города, какой город, я не знаю, но подумал, ребята, какой город мы давали. Пожалуйста, не трогай меня, просто. Уходи, все, уходи, черт возьми. Все, уходим от них. Сломаю, здесь. Вот у меня был... Руки показался, я им показал факт. Потому что они ходят за мной. Меня бесит. Тут тоже такие блоки тоже есть. Не могу добраться. Забираю это. Поднимайся ты. Так. Это дурацкий самолет. А вот он тут. Блин. Блин, что происходит? Как? Я понимать не могу тут, что происходит. Так. Кто бьет меня? Уйди, все. Хочешь найти? Ребят, бегу! О, светоч. Чтобы украсть. Не был похож на бабаика. Все, уходим. Просто так уходим. И все, ничего не будем делать, просто уходим. Опа. Нет, это был шерсть. Сейчас посмотрю. Не знаю, видел? Да, есть. 42 или сколько? Да, 42. Ну, черная шерсть мне больше не понадобится. Давайте. Ломай.
нашел в доме. Это не мой дом, а просто постройку. Я же не буду жить Сейчас я изменяю. Так. А потом здесь я изменяю, сделаю такой площадь. Вот здесь. Ну все, нормальный домик. Ну, сделай себе, а все, я сделал. Какой быстрый, блин. Угу. А потом давайте вот здесь первый. А второй середину поставлю. А последний вот здесь поставлю. Оля, работа. Сундук. Да, два сундука хватит. И мне нужно научить летать. Сейчас я буду учиться. Все, я могу летать. А, ребят, мне нужно скрасить сейчас вода. А, какая вода? А, ведро. Потому что мне нужно забрать вода. Ну какая разница? Скрачу себе ведро. Пойду, сейчас полечу. Это, по-моему, элитра, это называется парашютом. Тут. Почему вы скажете вода? А потому что много. Потому что почему? Все, шучу. Потому что мне нужна вода. Потому что пить нужно. Все, я буду это пить. Сколько хватит? Камень, чтобы взять себе печку. Копай под себя. Все. Первый способ копать. Ну да, первое правило Майнкрафта не копать под себя, но нужно тырить это. Все, буду делать. А, вода же есть, вода. Помогает, чтобы добраться наверх. Опа. Давай. Я ем. Жаль мне курять. И пойду так. Какой-то способ я забил с собой. Ой, блин, там очень много. Ну, пойдем. И, ребят, этого мы закончим. Первый сервис своего выживания на катастрофе. Если вам понравился этот ролик, хотите второй джек, тогда напишите в комментариях циферку 7. Тогда я выпущу вторую часть. А, еще я хотел сказать, сегодня выходит два ролика. Это первый и второй. Всем покедова.